Всем хаюшки, с вами Амбрелла, и у нас очередная битва Injustice Batsam on Us. Сегодня со мной играет игрок с ником Раск. Привет, Раск. Привет. Так, на ком я остановилась? Я продолжаю за женских персонажей, хочу Затану сегодня выбрать. О, так, это я сегодня второй игрок, да? Ну ладно, попробуем. Как-то не повезло. Как-то мне справа не очень получается, но ладно, попробуем. Ну, мне тоже справа непривычно. Ну, понятно. Так, на какой локации побольше всяких таких штук, чтобы... Веселье? Ну да, вот я знаю, что на вот этой много всего. Мне вот здесь нравится. Да? Ну, давай, Лена. Повезло. Уже хорошо. Но здесь очень много ракеты. Я знаю, я почему я взяла шкафчик. Турбина, вот это видишь, он шкаф на тебя смотрит, видишь? Да. Сейчас, да. 14-й левел, блин. Ну, у меня тоже был по 14-й. Я просто тоже по новой начала. А я, да, вот с первого левела там компанию прошел буквально несколько персонажей до Джокера. И все, 14-й уровень. Не, я историю пока не стала проходить. Решила сразу к делу, сразу к онлайну. Вот она, волшебница, Затана. Я не знаю, как вообще уворачиваться от таких ударов. От этих нельзя увернуться. От этих тоже. Ой, что-то явно не то. Ясно, что это за дамские штучки? Я что это за мужские штучки? Но. А я еще, знаешь, как мне вот так еще умею. Понятно, я тоже. Ладно, тихо. Так, еще есть такая, вот такая штука еще есть. На. Еще вот такая есть. Ты что перепрыгнул? На, вот так еще могу. Ой, прячемся. Понятно. Ты же, блин, дура, я ж нажала на 6. Это не справедливо. Ну что делаешь? Что ты делаешь? Я ж нажала другое совсем. Ой, блин. Ясно. Сейчас поиграем. Кто кого перекидает там? А почему и бочонки эти нельзя? Ну, ты, наверное, не подошел просто к нам? Не, вроде бы подошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я стрелял немного. Да постреляй, конечно. Получилось. Шикарно, да? Да, кто не знает, Затана вообще из Тайны Смолвиля, кажется. Ну там, в общем, где-то с Суперменом с молодым он там виделась. Блин, это больно. Да ладно, заблокировал. Как это так? Бля, что-то они реально не работают, слышишь? Сейчас я попробовала, не получилось. Да ё-моё, посмотри, что он творит, да? Что это такое? Почему он не стреляет? Оба, это что такое? Это а можно мне как-то ты можешь поздороваться с ним, не знаю. Привет. Так, ладно. Пора что-то придумать. Ах ты, ё-моё. Да блин, ну делай это что-нибудь, ну блин. Это было, да, это было тоже красиво. Не так, конечно, красиво, как в прошлой серии, но... В принципе, да. Ях, много возгладов, оказывается, да? Это все мои помощи. Поддержка, да, ты? Да, то есть, если я умру, я буду играть другим зеленым фонарем. Слушай, вообще продуманная тактика. Слушай, надо мне свой отряд волшебников создать, и будет тоже круто. Так, ну что ж, спасибо за игру. И всем остальным спасибо за просмотр. Подписываемся. Если хотите сыграть со мной, пишите мне личные сообщения ВКонтакте, либо в комментариях, как хотите. В общем, спасибо. Всем до встречи.